В Мангыстаускую область прибыли 14 вагонов гуманитарной помощи. Там кровати и постельные принадлежности. Груз предназначен для эвакуированных из Атырауской области. По поручению главы государства для принятия мер по ликвидации ЧС природного характера, все это взято из государственного материального резерва. Распределение помощи будет осуществляться на основании заявок эвакупунктов. Кроме того, на территории центра производства и логистики выгрузили свыше 240 тонн продовольствия. В наш регион поступило 4 тонны макаронных изделий, больше 12 тонн гречневой крупы, больше 180 тонн муки. Стоит отметить, что в Мангыстау дефицита продовольственных товаров не наблюдается. Это стало возможно благодаря одной из мер. В дни, когда дорога от Рау Актау была закрыта, товары доставлялись по железной дороге. Сейчас мы проводим мониторинг, чтобы предотвратить необоснованное повышение цен на продукты.